Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Еще недавно 91-летний актер Иван Краско кинул клич о помощи. Народный артист обратился к врачам с просьбой спасти его зрение. Иван Иванович стал слепнуть, к тому же недавно он перенес коронавирус, а затем микроинсульт. По словам артиста, сам он потянуть дорогое лечение не мог, поэтому призвал медиков помочь ему, остановить тяжелый недуг или хотя бы замедлить его. Встречаю людей на улице и вызываю удивление. Мне жмут руку, радуются, обнимают, а я такой: извини, а ты кто? Они ахают, не узнал что ли? Не узнал. Жаловался Краско КП «Петербург» в надежде найти помощь. Сразу же публикации статьи КП «Петербург» Ивана Ивановича приняли в офтальмологической клинике СГМУ им. И Мечникова. Актера осмотрели и поставили неутешительный диагноз. Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны, рассказал результаты исследования КП «Петербург» директор актера Вячеслав Смородинов. Как оказалось, изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильным. Сейчас остается поддерживать только те остатки зрения, которые есть. Врачи поставили актеру Краско страшный диагноз – деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия. При таком диагнозе при взгляде у человека сначала появляется то, что называют плавающие мушки. При этом прогрессирование заболевания может привести к разрывам сетчатки, а также к полной и безвозвратной потере зрения. Сам же Иван Иванович относится к этому мужественно, возраст. К тому же недавно актер получил награду Книги рекордов России, как самый пожилой действующий депутат страны. Так что радоваться тоже есть чему. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.